нас 14 мая 2023 год. 13-й, да, виноват. Вот брата Николая встретил, слава богу. По милости Божьей он доехал. Спасибо. Как дорогой было? Все хорошо. Молитвами вашими благодарю за молитвы. Это никогда не надо забывать. И никогда не надо говорить о том, что молитесь. Всегда просите, чтобы человек помолился. Ибо молитвы Господу доходят, и Господь благотворит и дорогу. Много чего может случиться и получиться. Попутчики какие-то были? Хватало. Хватало, да? И все верующие. Верующие? Да. И все верующие верят, что носит крестик, крестик его сохраняет. Верующие в том, что Господь любит всех. Верующие. Верующие о том, что он курит и пьет, но ничего, Бог простит. Верующие о том, что он самоубийца, соглашается, он самоубийца. И верующие в том, что будет суд, да, отвечу. Я говорю, не ответишь. Ибо внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. И тогда никто не сможет помочь. Ни священник, ни мама, ни папа. Только ты. Я отвечу. Не ответишь. Сказать нечего будет. Есть время. Так в страхе воскликнем в полночь. Воскликнем. Господи, помилуй. Вот такие верующие во всем вагоне были. Да, я говорю, вот иногда с людьми вот таким беседую. Я говорю, вы не представляете, что такое суд Божий. Он говорит, я там типа отвечу. Ничего ты там не ответишь. На самом деле. Да. Ты будешь в страхе, у тебя душа будет трепетать просто перед Богом. Перед теми высшими силами. Да, то есть да. Ты там рот не раскрыл, потому что там вся твоя совесть оголится. Все твои дела, тебе сразу на память все придет. Да. Ты поймешь, что ты великий грешник, нераскаянный. Вот мы с братом сели позавтракать сегодня. У нас тут молоко, я сварил молочный суп с рожками. Брату тут привез печеную картошечку свою. Вот. Как ты ее сделал, Гриш? Значит, беру мука, соль. В мешок перемешиваю. Соль не бояться. Там 3 ложки соли, допустим. Вот. 3 ложечки муки в мешок. И каждую картофельную, не то, что каждую картофельную, а сколько тебе надо, там 7-10 картофельных. Положил в мешок, перемешал. А потом в духовочку. Раз, в духовочку. Подогрел градусов на 200. И на противень. И минут 40. И все. Вот она, красавица. В кожуре. Это да. Просто сила. Я удивился, думаю, что она белая. Это вдруг побелела. Она белая, да, мука и соль. А-а-а, тут понятно. Не надо соль. Она такая вкуснятина, так сохраняется. Витамины. Так, что ты еще, какие дары привез? Северные. Ну вот окунь. Наш местный окунь. Вот они, 2 окуня. Красавицы. Один с икрой, похоже. Вот они. Копченые. Горячего коптения. Вот. Ну, яичко там, это по ходу дела. Что у нас еще на столе? Молоко. Вот это что у нас? Это апельсин. Апельсин здоровенный. Апельсин. Это вот кусочек курицы. Курочки, да. Косточка шарику достанется, да. Будет радоваться жизни. А потом что? Еще вот эта вот шарлотка. Ну-ка. Да, вот я приготовил специально брата угостить. Ну, и самому, если он поделится со мной. Поделимся. Поделится? Да, да, да. Обещал. Смотри. По-братски. Шарлотка. Шарлотка, да? Можно показать. Ну, покажи, конечно. Сейчас. Интересно же будет. Сейчас. Вот мне ее... За это сам делал, завернул этот пергамент. Опа, достаю. Вот она красавица, и разделал. Значит, состав сейчас. Такой. Изюм. Яблоки. Изюм, яблоки. Ну, состав там мука, яички, это я уже не буду говорить, это муку делаешь. Да, потом что? Мак добавил. Ну, такой, ну, чудак человек. Что-нибудь добавлю. Вот. Потом еще какие-то орешки добавил. Ну, в общем, не знаю. Если в зубах не будут оставаться, то брат скажет. Да нормально. Вот.
Ну, как бы так, молоко. Молоко, вот, да. Вчера мы. Я у Андрея Устинова купил. Ну, в принципе, все, да? Ну, вот так вот, такой у нас скромный завтрак сегодня. Да, сметана. Вон она, сметана. Ну, она есть. Пока есть, молочный суп пока не требуется. Да. Ну, все тогда, что? Ну, особый привет и самые наилучшие пожелания все те, кто молился за меня, Игнатию Тихоновичу, братьям, сестрам, кто конкретно, я знаю, брату Петру особо низкий поклон, брату, вот уж забыл, вылетел из головы, Калиников, Виталий. А, Виталий. Виталий Калиников, дорогому брату. Особое такое, благословит Господь его все. Ты его встречал, да, дорогой? Не я его встречал, он меня встречал по дороге. Он хлеба нам купил. Белого хлеба передал. Такой вкусный хлеб передал. Спаси Христос, брат. Спаси Христос, вот так вот. Вот. Я очень хочу сказать, что... Молитва, она доходит до Господа. Молитва всех. Молитесь. Аминь. Аминь. Все, слава Христу. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя.